Почти литр гноя выкачали. Придержите. Зажим. Андрей, как сердце? Все хорошо, Алексей Макарович. Пульс ровный. Пинцет. Вы себя сегодня неважно чувствуете, Алексей Макарович. Еще зажим. Придержите. Скальпель. Держите. Вышивайте. Советскому Союзу, который с огромной решимостью защищает нашу маленькую страну, защищает наши права и свободы, которые стоили нам крови и жертв. Да здравствует Советский Союз, надежный защитник свободы, прав и действительного мира, защитник больших и малых народов. Пусть живет и здравствует столько, сколько живут горы самые любимые страны. Что с ней? У тебя есть время? Что с ней? Не нервничай, с ней как обычно. Я купила Зое платьице, кофточку, ботики и куклу ей купила. Надеюсь, ей понравится. Понравится. Вот впереди его дом. Может, все-таки пойдешь со мной? Нет, я не пойду туда, Алё. Буду ждать тебя на причале. Хорошо, я быстро. Зачем ты его привел? Лиля. Послушай, нам необходимо что-то делать. Так дальше нельзя. Ты про мои операции, про истерики или про водку? Лёша, мне не нужно лечить, это бесполезно. Димка, мальчик мой, прости меня, пожалуйста, пожалуйста.
прости, я ведь не хочу, слышишь, но я... Тимка, я не могу. Пойдем. Пойдем, пойдем. Подожди. Молю тебя, слышишь, я не могу. Прости меня. Ты о Тимке подумала? Ты хотел стать ему матерью. Так будь ей. На кого ты похожа? Что ты творишь? Твой сын ночами не спит, вздрагивает от каждого твоего шороха. Прости меня, Алёша. Ноги обморозились, тело продрогло до костей, он уже умирал, у него фляжка была со спиртом. Он заставил меня выпить. Не трогай. Не надо на меня так смотреть. Если бы я не выпила, я бы не выжила. Это был приказ командира. Не трогай. Мне так хорошо стало, что я подумала, это живая вода. Будь она проклята, это живая вода. Не трогай меня, чуть бы ее попрал, эту живую воду. Лёша, зачем я тебе нужна? Я же не женщина. Я же вся пустая внутри, как выпотрошенная курица. Не слышишь? Я же не могу это делать. Я же притронуться к себе не даю, Лёш. Ты же не сможешь так долго. Ты молодой мужчина. Тебе же женщина нужна, слышишь? Женщина. Лиля! Не трогай меня. Не трогай. Я прошу тебя, не трогай. Тихо, прости. Дима! Открой дверь! Немедленно готовим к операции. Смертинки, трепердинки, упер он кабур и отвалил с концами. Последнюю рубаху играю, мерзотина. Ваша не пляшет. 200. Только для тебя, бздила мученик, играю за 300. Карту давай. Жорик, чефирку нам завари. Все равно полотны люди тут берут.
Видимо, ноги когда-то отморозили. А ноги, когда отморозишь, потом даже небольшой холод тут же прихватывает. Не надо, не надо. Спасибо. Оставьте себе. Через месяц другой холода пойдут. Пригодятся еще. Цапа! Штаны мне на жопе золотай. Треснули. Жорик! Пидораст вонючий! Где мой чефир? Сука вышла пообедать, сука вышла погулять. Шмо, нурки! Вставать все, твари! Бегом! Живей, живей! Расстегнуть, парень! Шланг расстегнуть! Руки в стороны! Это что? Трое суток кондея без вывода! Руки за голову! Пошел! М-174? Так точно, товарищ капитан. А ну давай его сюда. Ну иди, пошел. М-174, пошли быстро со мной. Разрешите войти. М-174 доставлен. Хотели его в бур отправить. Че он творил? А он тетрадку с молитвами за пазухой прятал. А тетрадка священника того, которого прирезали. Заводи его, Гаганов, сам в коридоре жди. Есть. Заходим. Заходим, заходим. Садись, Морозов. Морозов, Степан Макарович, так? Так. Степан Макарович, освобождаешься ты? Досрочно. Завтра на волю. Такие вот дела. Здравствуйте. Вы новая домработница? Я пришла забрать вещи. Здравствуйте, Елена Макаровна. Я как раз в шкафах сейчас разбираюсь. Павел Аркадьевич хочет мебель кое-какую вывезти. Перестановку сделать. Он дома? Нет. Он на работе. Ну что ж вы стоите? Проходите.
Здравствуй. Здравствуй. Я сейчас ухожу. Ты ничего не хочешь мне сказать? И нечего тебе сказать, иди. Ты помнишь эти часики? С них все начиналось. Ими все и закончилось. Паш, спасибо тебе за все. Ты очень много дал мне и много у меня научил. Это все ювелирные украшения. Они мне не нужны. Мне они тоже не нужны. Ты же не в монастырь уезжаешь? Почти. Еду в родную деревню. Ты поэтому за шубами заехала? Там в гардеробной еще пару-тройку штук. Можешь их забрать.
Мы? Маки. Мам, ну может уже хватит? Не хватит еще читай. Ну послушай, мы с тобой оба учимся. Ты читать учишься, я учу историю нашей страны. Давай, сынок, не ленись, читай еще. Лука купи муку. Купи. Варька. Маму. Там к тебе военный какой-то пришел. Симпатичный такой брюнет. Папка. Папка! Папка! Сынок, извините, сынок, это не папка. Сынок, сынок, отпусти, это не папка, сынок, отпусти дядю и ступай в кабинке. Боже, ты кому сказала живо? Извините. Здравствуйте. Здравствуйте. Я по поводу же площади. Я уже приходил, вас дома не было. Я племянник Светланы Дорофеевой. Она была хозяйкой комнаты, в которой вы проживаете. Вы хотите, чтобы мы освободили комнату? Я приехал неделю назад, пока живу в общежитии. Не, я, конечно, вас не тороплю. Хорошо, я вас поняла. С завтрашнего дня я буду искать новое жилье. Все. До свидания. До свидания. Дядя, а почему такое грязно? Надо умываться по утрам и вечерам, а не чистым трубочистом. Стыд и срам, стыд и срам. Надя, сядь быстрее. Я тебя покормлю. Бери бутерброд быстрее. Пожалуйста. Ты же голодный. Это все, что есть, правда? Но все же. Бери. Бери. А то я обижусь. Thank you.
Мам. Что? Зачем ты все мои книжки в коробку сложила? Я про оловянных солдатиков тоже. Потому что мы с тобой скоро уезжаем. Ну, зачем мы уезжаем? Потому что там скоро жить будет, наверное. Ну, а куда мы уезжаем? В деревню. Я не хочу в деревню. Тебя никто и не спрашивает. Шагай. Директор техникума. Здравствуй, Варюш. Нет его, и сегодня уже не будет. Чего хотела? Да мне на заочное отделение перевестись надо. Чего так? Ну, я в деревню уезжаю, там в школе родной буду работать, а учиться буду заочно. Так закончишь обучение и поедешь к себе в деревню. Чего торопиться? Да нас с сыном из комнаты выселяют, а я не могу Жульянова найти. Пойди-ка, понатоптала тут, понимаешь? Извините. Учитель, друг и наставник наших детей. Варежки возьму. Заловка моя там комнату сдаёт. Угу. Спасибо. С Богом. Спасибо. Я понимаю, товарищ Морозов, что вы амнистированы. Однако не следует забывать, что осуждены вы были по 58-й. Я готов работать где угодно. И кем же вы работали до войны, позвольте вас спросить? Я не работал. В каком смысле? Я воровал. Еще и это, ко всему прочему. Значит, вы, гражданин Морозов, никогда нигде не работали. Находились в фашистском плену, сидели в ГУЛАГе. И вы просите, чтобы я подыскал для вас работу? Чтобы я определил вас в трудовой коллектив? Нет, голубчик, такого я себе позволить не могу. Вы воровали до войны. Может, вы и после войны будете воровать? Слышь, ты, гражданин начальник, ты меня спросил, я тебе честно ответил. Да, воровал, но теперь работать хочу. Я человеком быть хочу, а не дерьмом. Я у тебя прошу, дай мне работу, а ты меня на улицу вышвыриваешь. Чтобы я вышел отсюда и снова грабить людей пошел, не будет этого. Чтобы я подох, я сортиры чистить языком буду. Ямы навозные выгребать, только не воровать. Понял меня, нет? Послушайте! Хрен моржовый тебя послушает. Что вы себе позволяете здесь? Сучий ты сын, а не человек.
Розе. Так, бифштег съесть. А вы что будете? Я тоже. А дамы что будут пить? Шампанское, конечно. Да? Хорошо. Господи, что я натворила? Паша, отпусти меня. Я тебя не держу. Ты в любой момент можешь уехать. Ты жестоко издеваешься надо мной. Приручил птицу, подрезал ей крылья, а теперь говоришь, лети. Я издеваюсь? Ни в коем случае. Дорогая моя, людьми управляют три силы. Деньги, власть и любовь. Тобой управляет первая. Смирись с этим. Кстати, ты сегодня просто обворожительна. Помоги мне. Я беременна. Я ношу его ребенка. Будем считать, что последнюю фразу я не услышал. Паша, слышь меня. Я беременна. Я хочу, чтобы ты... Все, хватит разговоров на сегодня. Пойдем. Я к тебе шел. Здрасте. Здрасте. Ну, что случилось? Паршивые новости, Павел Аркадьевич. Говори при ней. Пару часов назад арестовали Иннокентия. Дальше. Есть информация, что Мур полгода разыскивает. Вот это самое ожерелье. Он с этим, с редким сапфиром, маркиз. Маркиз у Иннокентия. Если Иннокентий на допросе назовет твою фамилию, все достаточно. Давай, Лена, мы немедленно едем домой. Паша, мы не потонем? Не надо. Простите, Алексей Макарович, я разбудил вас. Я не спал, я так прилег только. Вы стали часто ночевать в больнице, а вам надо высыпаться. Спать нужно дома, в кровати. Так нельзя, Алексей Макарович. А вы почему до сих пор здесь, Оля? Потому что я не могу оставить вас здесь одного. А ваши близкие? Животное. Мужа 42-му убили. Детей у нас не было. Простите. Алеша, вы не сможете так дальше оперировать. Вам силы нужны. Я запрещаю вам тут ночевать. Идите домой. Домой? Думаю, теперь сплошные истерики. Война сломала ее, сломала нашу жизнь.
Но пьет каждый день, ужасно. Ее снова нужно оперировать. У нее ведь ни одного здорового органа. Она все искалечена. У нее появилась агрессия. В первый раз я пришел ночевать сюда. Потому что она меня выгнала. Страшная сцена. Ужасно. Все происходило на глазах сына. Бедный помой. Простите, Оля. Простите. Ваш сын приходил сюда, когда вы спали. Тимка? Что же вы остановились? Алексей Макарович, у вас в 8 утра плановая операция. Так ведь нельзя. Зачем ты это сделал? Пойдем, я уложу тебя в кровать. Зачем ты это сделал? Ты ребенок, а дети не могут командовать взрослыми. Иди в комнату, почитай книжку. Книжки читай днем. Сейчас ночь. Тебе и мне нужно спать. Пожалуйста, Лиля, я тебя очень прошу. Просишь? Все меня о чем-то просите. Я сижу на кухне, никому не мешаю. Я тихонько сижу. Все слова пророка. Спускались ангелы с небес. Звезда катилась с востока. Мир искупления ожидал. И в бедных яслях Вифлеема под песни хвалебные Эдема младенец дивный воссиял. И загремел под стене глаз вопиющего в пустыне. Такой снег всегда на Рождество падал. Мы ходили в церковь, причащались. Папа с мамой наряжали мне большую елку. Бабушка готовила рождественского гуся. У меня была гувернантка Ася. Мы с ней на Рождество всегда собирали большую корзину с подарками.
для ребят из рабочего района. У меня никогда не было елки, рождественского гуся и гирлянды. Пойдем спать, Лиля. Тимка, ну что ты? Не надо плакать, не надо. Не надо. Пойдем спать. Ну. Мама. Конечно, сынок. Конечно, мама. Ты так меня назвал. Прости меня. Все будет хорошо. Я справлюсь. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Тима, быстро в свою комнату. Быстро! Уходи. Тихо, тихо. Уходи, слышишь? Не подходи ко мне. Все хорошо, родная моя, все хорошо. Не подходи. Родная моя, все хорошо. Все я хорошо. Не хочу в больницу. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Стой, слышишь? Тихо, тихо. Убери автомат. Тихо, тихо. Убери автомат. Тихо, убери. Thank you.
Фамилия этого человека Фрэнкель. Он работает в фотоателье фотографом у центрального рынка. У него часть моих вещей. Если конфискуют имущество, беги к нему, он тебе все отдаст. Вот, вещи неси по этому адресу. Я тебе тут все написал. Это скупщик. Продашь ему драгоценности, и у тебя появятся деньги. Сумма приличная. 5 лет. Проживешь сыто и спокойно. Да, вот письмо скупщику. Я тут указал минимальную цену, он торговаться не будет. Ну, вроде все. Лен, успокойся, хватит, возьми себя в руки. Это еще не конец жизни. Пась. Ну что, златовласка моя, ты же хотела любви, свободы, денег. Теперь ты все это получишь. Павел Бабахин никогда бы тебя не отпустил. А так арестуют его, и все. Черт с ним. Нет Бабахина, нет проблемы. Не смей так говорить. Так спокойно, будто бы речь идет не об аресте, а о поездке на курорт. А чего мне нервничать? Я в своей жизни нервничал только один раз. Когда в тебя нож воткнули. Когда ты у Лешки в больнице умирала. Вот тогда я нервничал. Перепугался жутко. Паш, прости меня за все. Боже, какое трагичное лицо. Слушай, тебе чертовски идут слезы. Вот бы с таким лицом и на сцену. Напрасно ты бросила театр. Прекрати немедленно, сейчас не до шуток. Я так люблю, когда ты злишься. А ну-ка иди сюда. Паша! Ты просто чертовски. Паша! Чертовски аппетитный. Да прекрати немедленно. Паша. Паша, прекрати немедленно. Как ты меня заводишь, а? Вот только попробуй сейчас отказать.